В Елабужском районе решили опередить начало республиканской программы по строительству сельских клубов. В селе Гаре его уже возводят. Надоело терпеть, что до этого собираться приходилось в вагончике, который того гляди развалится. Ведь народу сюда набивалось видимо-невидимо. Скоро все переменится к лучшему. Трудно поверить, но этот заколоченный вагончик в селе Гари до недавнего времени был клубом. Более того, говорят сельчане, даже такой сомнительный храм культуры пользовался большим спросом. Приезжали сюда и жители соседних деревень. У нас большие мероприятия проводятся, как Новый год, 8 марта, 23 февраля. Эти мероприятия уж, конечно, мы не забываем. А такие с детьми уж стараемся или на улице проводить, там какие-нибудь веселые старты или еще что-нибудь. А в клубе там холодно, на самом деле. Или в библиотеке, да, у нас мероприятия проходят. О том, что нужен новый клуб, решили на совещание в Бехтеревском сельском поселении, куда входят и Гари. Деньги, 2,5 миллиона рублей, выделили из бюджета. Совсем скоро здесь появится сцена, зрительный зал на 50 мест, кабинет методиста. Будет и своя комната для кружков. Ее с особым нетерпением ждут участники ансамбля пенсионеров «Журавушка» и школьный театр. Сельчане бдительно следят за ходом строительства. Работают очень быстро. Делают все быстро, с каждым днем что-нибудь-то уже появляется новое. Я уж смотрю, заглядываю в окно, а уже крышу прикрыли, окна уже вырезали. Вот, ждем. Жители села Гари не единственные, кто готовится к новоселью. Такой же клуб из Труба скоро появится в селе Дюм-Дюм. А в селе Мальцево решили пойти еще дальше, создать музей-усадьбу и даже подали заявление на получение специального гранта. Лейла Миннуллина, Людмила Губянова, «Вести Татарстан», Елабужский район.